Всех приветствую! Еще один разбор для новичков, чтобы вам было удобно разобраться, что как играть. Первая фраза играется отсюда. Седьмой лад, четвертая струна. На пятый лад, четвертая струна. Это играется два раза. Проходят аккорды и еще раз. Потом берется вот такой аккорд. Безымянный ставим на первую струну второй лад. Мизинец на вторую струну третий лад. Большой палец сюда на четвертую струну второй лад. И указательный ставим второй лад, пятая струна. И снизу вверх. Сначала две струны отдельно, первую, вторую. А потом остальные струны просто как смешиваем. Потом идут флажолеты. Не зажимая струны, ставим на четвертую струну, на третью струну и на вторую струну над двенадцатым ладом. То есть над двенадцатой железкой. И бьем. Получаются флажолеты. Вот этим пальцем удобно. Сделаю погромче, чтобы было слышно. Вот такой звук. Просто притрагиваемся и отпускаем. Три струны. Потом идут еще флажолеты. Идут синкопированно. То есть тап-тап-тап-тап. С такой задержкой. Над двенадцатым ладом, не зажимая струну, прикасаемся. Над седьмым ладом, не зажимая, прикасаемся. И над пятым ладом. Вторая струна. И возвращаемся так. И идем на вот этот аккорд. Шестая струна. Открытая. Пятая на втором ладу. И четвертая на четвертом ладу. И третья струна открытая. После этого наш знакомый аккорд еще раз берется. Вот этот. Первые две струны поддеваем. Отдельно, а эти смешиваем. Просто вверх дергаем. Потом переходим на припев. Припев играется, уже включаем дисторшн. Теперь разберем поподробнее припев. Седьмой лад, пятая струна. Девятый лад, четвертая струна. И девятый лад, третья струна. Можно задействовать открытую. Тоже. Это первый аккорд. И бой. Вот такой. Все, вниз играем. Сначала один удар, еще один, потом два. Потом второй аккорд переносим сюда, на третий лад. Он всегда одинаково берется. Просто переносим на третий лад указательный палец. Здесь играем два раза. Здесь уже один. На третьем ладу указательный палец. Тот же аккорд. Переносим на пятый лад. Потом обратно возвращаемся. Играем два раза. Потом сюда на один тон, на два лада ниже переходим.
на пятый лад указательный палец и один раз играем. Потом на третий лад указательный палец и еще один раз играем. Этот солючок простой. Играется, как и вступление, с седьмого лада на пятый. Четвертая струна. Уходим на третью струну, точно так же. Потом четвертый лад и пятый лад. Четвертая струна. Потом повторяем. Потом идет с четвертого лада третьей струны на седьмой лад пятой струны. И здесь четвертый, пятый лад. Такая партия. Второй куплет играют все одинаково в Ютубе. Посмотрел все ролики. Хочу тоже показать, как играется там. Одна партия продолжает играть как в первом куплете, так и продолжает флажолетами и прочими. А другую партию, видимо, так играют. Тоже покажу как. Разберем. Играется по три звука. Как бы барабан нужно пропускать. Удар барабана. Идет вот так. Звук и барабан пропускаем. Играется на пятом ладу. Потом на втором ладу четвертой струны. Потом на втором ладу пятая струна. На третьем ладу шестая струна. Четвертый лад четвертая струна. Четвертая струна первый лад. И берем наш знакомый аккорд. Потом после него еще один наш знакомый аккорд. Здесь не получится, чтобы сразу сначала начать. Поэтому сначала аккорд играется. И вот первая доля получается вот это. Два звука получается. До первой доли играем два звука. И вот этот на первую долю, на бочку. Вместо первого удара, в общем, здесь... Два только остается. Один удар замещаем вот этот аккорд. И пошло, все повторяется. И этот аккорд. И пошли на припев. И в конце партия играется с открытой шестой струны. Четыре удара на пятую струну второй лад и обратно возвращаемся. И здесь на втором ладу шестая струна. Восемь ударов получается. Два раза по четыре. И потом идем на третий лад. Четыре удара. Обратно на второй лад, пятая струна. Возвращаемся. Получается 6 ударов. 4, еще 2.
А два сюда переносим. Это третий лад и второй лад шестой струны. В общем, здесь 4. Еще 2 здесь. И 3-4 тут. И сначала. Потом, как все играют в Ютубе, я также покажу. Все одинаково играют. Также покажу. Хотя на деле там немножко по-другому, но все так играют. Там играют 2 гитары в накладку, но чтобы играть на одной, наверное, так будет правильно. И здесь вот такой аккорд. 6-я струна, 2-й лад. 5-я струна, 2-й лад. Потом берем 4-ю струну, 4-й лад. И открытая 3-я струна. То есть, смотрите. Идет 4 удара. По одному удару здесь. И назад на открытую. И сразу аккорд. Потом сюда уходим на 3-ю струну. 4 удара. По одному еще удару. 2-й лад, 5-я струна. И 3-й лад, 6-я струна. И отсюда. 6-я струна, 5-й лад. 5-я струна, 4-й лад. 4-я струна, 2-й лад. И открытая 3-я. Следующая партия играется на 2 октавы выше, чем вот эта партия. Берем на 2 октавы выше, вот еще одна октава. А мы уходим на 2. То есть это получается 5-й лад, 2-я струна. Играется точно так же, как и здесь. Все то же самое, столько же ударов, все то же самое, просто повторяется на 2-й струне и на 1-й. В общем, 5-й лад, 4 удара, по одному 7-й, 5-й лад на 1-ю струну. Переходим на 7-й лад. 8 ударов. И еще 4. Уходим на 7-й лад 1-й струны. Возвращаемся на 2-ю струну 8-й лад. И уходим на 5-й лад 1-ю струну. 6 ударов. 2 тут. Это 8-й, 7-й лад 2-й струны. Еще одна партия идет гитарная в накладку. Вот такой аккорд. Как это играть? 2-й лад, 4-я струна и 4-й лад, 3-я струна. Потом 3-й лад, 2-я струна и открытая 1-я. Сверху вниз. Открытая. Возвращаемся на 2-ю и подбиваем 1-ю. Потом этот аккорд остается, добавляется мизинец. От
второго лада четвертой струны. Потом четвертый лад четвертой струны. Ставим мизинец, а аккорд остается. И идем вниз. Раз звук, два звук, третий звук на третьей струне. Потом вторая струна. Первая струна. Вторая струна и третья. Первый аккорд, в общем, вот так. Потом. Третий аккорд, просто сдвигаем мизинец на один лад выше. Четвертая струна, третья струна, вторая струна, первая струна. Возвращаемся на вторую и бьем первую. И уходим на второй лад, третью струну. Здесь два звука. На третьем ладу вторую струну зажимаем. Первая струна открытая. Вторая, первая и вторая. И вся. Вот такой вот получился разбор для тех, кто начинает. Если что-то не так, пишите, если что-то непонятно, спрашивайте. Всем пока, удачи, творческих успехов!